Здравствуйте, я Хуан Хесус. Представляю винодельню Бодегас Ладрон де Гевара из Риохи. Будем дегустировать очень насыщенное, полнотелое авторское вино. Мы использовали виноград с 80-летних лоз. Использовали 95 винограда сорта Темпранильо и 5 сортов сорта Грассиано. Сорт Грассиано привнес очень насыщенный цвет. При наливе в бокал вино журчит очень глухо, признак плотного вина. В букете напоминает сушеный чернослив и ароматы трав. Вино выдерживалось в русских бочках, которые привнесли тона мяты и шоколада. Вкус чистый, элегантность, минимализм, сливочный богатый, располагающий, приятная мягкая терпкость. Мы рекомендуем его к мясу, десертам, с рыбными блюдами с выраженным вкусом. Желательно продавать при температуре от 16 до 18 градусов. И прежде всего я рекомендую это вино в очень хорошей компании. На здоровье!